обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Мы заселились в номер. Здесь две огромных кровати. Ну, ладно, номер я вам завтра покажу. Вы посмотрите на это. Я просто в шоке. Это море, а это город. Олег, красота. Куда пойти поесть? Скажи. Огонь. Отлично. А ванная? Вот это ванная! Я полгода ванной не видела! Ну она здесь по мелочи, видите, вот здесь. Да посмотри, какая затирка, лучше, чем в Сихорсе. Какая раковина! Вот здесь можно делать... Главное, туда не войди, чтобы рыбки вошел. Или я тоже могу. Шкаф. Телек, плазма. О-хо-хо. Сколько? 2000? Делай стена, ты понимаешь, она делает. Да, сколько денег? Будет вот так. А, проектор же мы взяли, точно. Сколько денег? 248 рингит, это... Ну, 2500 бат. Отлично. Сколько дней? 5-го днем. А сегодня? 3-го. Отлично. 4-й. Да, ребят, видео выйдет вообще непонятно когда. Красота какая. Ого. Серьезно. Это мы приняли душ, покушать сходили и любуемся этой красотой. А нам в 8 утра уже быть нужно на месте. Сейчас еще чуть-чуть полюбуемся. Я такой красоты никогда не видела. Такой? Никогда. Что-то другое видела? Такого нет. А еще завтра, когда солнышко встанет, там будет море. И как провода зашевелились, а оказалось, тут обезьяны. Обалдеть. Ну, мы уже приехали, сейчас ждем, когда откроется. Покажи мне его. Он отлетел. Все, извините. Берите папарацци. Они немножко переехали, и здесь новое здание. Работает с 9 до 12, с 14 до 16. Одну покажу. У меня длиннющий хвост какой. Иди сюда, мне нужен свет, ракурс. Ребята, новые правила. Если вы придете сюда, или женщина, или женщина в шортах, либо в короткой юбке, либо с головами, старые правила, которые теперь настолько официальные, что даже не писать. Просто не пускают даже. Вот, смотрите. Прям разворачивают и отправляют. Ну, слава богу, таксисты напротив дали хоть какую-то футболку, чтобы я одела и прикрыла плечи. Окей? Там настолько все по-другому стало, настолько по-новому, даже немножко страшновато. Ходит охранник, прям пускают по одному. Пустили, закрыли. И куча народу не пустили. Только из-за того, что голые плечи. У меня платье, а сам на щиколотку, а плечи голые. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, насколько осторожно нужно бронировать номера
по Азии. Вот наш номер. Обалдеть, да, квадратные метры? Огромные диваны, такой и такой, стол. Я, правда, не представляю, зачем это все, если честно. Не представляю, для общения с ним. А вот такой еще вид. Представляете, так в туалет пришел и любуешься. А вот кухня. Сейчас я до тут доковыляю. Шагов, наверное, 50. Вот стол. Три гладильные доски. По-моему, тоже около 3 утюгов. Ну вот смотрите, вроде бы кухня, да? Все в порядке. Но мы думали, если честно, что мы сейчас забронируем кухню и сэкономим на еде. Мы будем переживать, спокойно приготовим все, что захотим. Съездим там в какой-нибудь гипермаркет. Но не все так просто. Холодная и горячая вода не работает. Есть только микроволновка. А где же плита? А плиты нет. Так ладно еще, что нет плиты. Тут еще все пустое. Вообще ничего внутри нет. Есть только несколько тарелок, пару чашек, ложки, вилки. Все, я даже воду боюсь включать. Если она не знаю. И холодильник. Здесь еще огромнейший балкон. Вот какое-то вот такое местечко для проведения мероприятий. Вы посмотрите, как красиво. Если честно, мне даже страшно. Опа! С пляжем тут как-то все вот так. Не, ну они точно где-нибудь купаются? Ну должны же. Все ограждено забором. Для полного уюта, конечно, здесь нужна плазма. Но у нас же есть проектор примерно такого же размера. Так что все отлично. Интересно, что здесь? Можно проникнуть? А, лифт, выход. Опа. Ах, вот он где. Что-то я аж немножко потерялась, заблудилась. Мальчишки у меня спят. Потому что мы не выспались, вообще приехали от джима, покушали, так перекусили, немножко позавтракали и спать плавала. Поэтому мы уже часа 4 проспали. В общем, сейчас уже день закончится, а мы все гуляем. А мы все спим. А, смотрите. А, не здесь. Блин, сейчас в другом месте покажу. Мы живем на 27 этаже. Ю-ху! Я когда впервые это увидела, у меня прям сердце в пятки. О, еще одна лестница. Ничего себе, что тут? Ух ты, ух ты, быстрее, быстрее. Насколько вы знаете, а если не знаете, то мы вам сообщим, что Малайзия мусульманская страна. Это сейчас 5 часов, да, и вот они молятся. Смотри, кстати, я там бассейн увидела. Да, один. А, вот там? Ага. Ага. Ну, если честно, да, здесь очень много мужчин, которые одеваются соответствующе, женщин. Здесь очень много предлагает индустрия. Да, я увидела. Угу. Да, никого нет. Вообще отели пустые. Во всей Малайзии все пусто. Могли бы бесплатно, наверное, давать. Да какое, в нашем отеле правда пусто. Вот мы вчера, мы вчера очень поздно шли. Уже 2 часа ночи, там час ночи, может, спали люди. Да, и автобус едет.
сейчас зашли в один очень интересный китайский магазин. Здесь продаются всякие разные сладости. Например, чипсы, дуриановые конфеты. Боже, здесь такой огромный ассортимент. Я даже, если честно, не знаю, что это такое половина. И можно здесь это все пробовать. Такие конфетки. Они настолько разные. Вот, например, с манго и шоколадом. Шоколадки, да. А, но мне очень понравилось. Так, 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 где это варенье? Вот. Вот это. Попил сок? Молодец. Да, вот здесь и сок вот этот дают пробовать. В общем, разбавляешь вот этот напиток, вот это варенье с водичкой. Получается очень интересный напиток, типа сока. Очень вкусно. Еще здесь есть кофе. Вот. Не знаю, как это. Ничего мы не можем, но можем взять адрес, потому что у нас не работает здесь интернет, потому что мы не включаем. Давай возьмем, снимем. Давай. Можно взять адрес. Хорошо. Капучино. Penang White кофе. Вообще, это на них такие разные еще. Слушай, это местная кофе, вот да, это. Да, да, это она сказала китайская. А это тоже Penang. Он вырубится одну секунду. Ага, можно принт-скрин сделать. Отлично. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes.